Здравствуйте! На прошлом занятии мы с вами связали квадрат. Сегодня я покажу, как вот это отверстие, если кому не нравится такой, не находит применения, это отверстие можно заполнить вот таким вот образом. Для этого возьмем ниточку и провяжем 6 воздушных петелек. И соединим их соединительной петлей колечко. Вот такое у нас получилось колечко. Далее посмотрим, сколько нам нужно будет сделать воздушных петелек для сердцевинки. Я думаю, что здесь нам достаточно будет 2. Провязываем 2 воздушные петли. И теперь лицевой стороной берем к себе квадрат. И будем наше кольцо присоединять к цветам соединительной петлей. Присоединили. Далее снова провязываем 2 воздушные петли. И соединительной петлей присоединяемся в серединку кольца. Снова вяжем 2 воздушные петли. Присоединяемся к следующему цветку. Присоединились. Снова вяжем 2 воздушные петли. И теперь соединительной петлей присоединяемся в серединку кольца. Снова 2 воздушные петли. К следующему цветку присоединяемся соединительной петлей. И далее провязываем снова 2 воздушные петли. И опять в колечко. Две воздушные петли. Присоединились к цветку. 2 воздушные петли. И присоединились в кольцо с помощью соединительной петли. Снова провязываем 2 воздушные петли. Далее к следующему цветку присоединяемся соединительной петлей. Снова провязываем 2 воздушные петли и присоединяемся в серединку, в центр кольца. 2 воздушные петли. Следующий цветочек присоединяемся соединительной петлей. Далее 2 воздушные петли и в кольцо. Две воздушные петли. Присоединяемся к следующему цветку с помощью соединительной петли. Две воздушные петли. Снова в кольцо. И еще раз. Две воздушные петли. У нас остается с вами неприсоединенный один цветок. И соединяем с помощью соединительной петли к этому цветку. Снова провязываем 2 воздушные петли. Присоединяемся
начальное кольцо из 6 воздушных петель. И довязав до конца, обрезаем нить. Смотрим, что у нас получилось. Все цветочки у нас собраны. И центр квадрата у нас заполнен. Ну, я с вами прощаюсь. Жду вас на следующих занятиях. До свидания.